и много уехало за границу, особенно много уехало в Израиль и особенно много уехали в Америку. И все, кто уехал в Америку, все до одного, вот все абсолютно, я с ними общаюсь, ну это приблизительно, ну я не делал статистику, но больше 20 человек. Это мои близкие люди, родня моя. Из этих людей нет ни одного человека, который бы сказал, что я жалею, что я переехал в Америку, и я хочу прямо сегодня вернуться туда, где я жил. Понятно. Вот так. Поэтому есть возможность куда-то уехать, уезжать в Америку. Почему я вообще начал говорить и что я хотел сказать? Когда человек начинает жить, он думает, что человек хочет жить в счастье. И человек думает, что если он переедет, допустим, с того места, в котором он находится, в другое место, то он будет более счастливым. Когда человек переезжает в другое место, или возвращается на старое место, или переезжает еще куда-то, то он счастья не найдет. Почему? Счастье необходимо найти в своей душе. Неважно, где ты живешь, если ты несчастлив в своей душе, счастья ни деньги не дадут, ни отношения, ничего. Я знаю многих людей, которые, попав в золотые клетки, несчастливы и не могут справиться с этим. Почему? Ну, многие люди рождены с качеством, которое называется холодное сердце. Качество холодное сердце или льдинка. Помните, есть такой фильм про Герду и Гая. И он пришел к Снежной Королеве, она заморозила ему сердце, у него там была льдинка. Она ему смогла растопить льдинку, эта льдинка выпала у него из глаза. Так же и в жизни людей. Вот есть люди, которые рождаются с льдинкой, и их невозможно ни развеселить, ни дать им счастья никаким образом. Они ни от чего в жизни не получают удовольствия. Им все в жизни не нравится. Где бы они ни находились, они проекторы зла. Да, такие люди, попадая в интернет, они постоянно пишут какие-то гадости. Их тянет, вот они, главная их радость это там напиться один раз. Или каждый день выпивать там по 20, по 50, там по 100 граммов и проявлять ко всему миру претензии. Там все плохие эти, плохие эти, плохие, потом находят интернет и начинают. Как можно больше плохих комментариев. Этот придурок, а этот там. Он хоть и придурок, зато он счастливый. Я всегда говорю вот всем своим знакомым, мне говорят, вот ты занимаешься эзотерикой, зачем тебе это нужно? Ты состоявшийся человек, состоятельный человек. Зачем тебе? Это же компрометирует тебя в глазах других людей. Я говорю, знаете, это касается исключительно меня, потому что я их компрометирую, но они несчастливы. А я читаю лекции свои по эзотерике каждую пятницу, и я от этого счастлив. Вообще, очень приятно осознавать, что ты тот человек, который способен и может дарить людям возможность увидеть мир с другой стороны и дать возможность человеку альтернативного мировосприятия. И я, как человек, проявляющий любовь и проявляющий доброту, стараюсь сделать все для того, чтобы это чувство возникло у других людей. И это чувство делает меня реализованным, и на самом деле это приносит мне счастье, удовольствие, реализацию и радость в жизни. Одно из особенных ощущений проявленной радости заключается в том, что человек осознанно делает все для того, чтобы другим людям рядом с ним было хорошо. Поэтому я и провожу, наверное, для этого вот такие семинары.